Каждый воспитатель чуточку актер. В этом убедилась на профессиональном конкурсе воспитателей юмористов, который прошел в ауле Хабес. В театральном мастерстве соперничали 6 коллективов из разных дошкольных учреждений района. Участники должны были придерживаться одного обязательного условия конкурса – выступать на родном языке. Фатима Даурова оценила юмор воспитателей с черкесским акцентом. Ни для кого не секрет, что профессия воспитателя одна из самых творческих, и каждый воспитатель в душе чуточку актер. На утренниках они так мастерски перевоплощаются во всех сказочных героев, что их игре могут аплодировать даже профессиональные актеры. И сегодня, находясь на большой сцене Дома культуры аула Хабес, они в очередной раз доказали, что справятся с любой заданной ролью. В этот раз воспитатели освоили амплуа комедийных актеров. Мне кажется, они чувствуют себя очень хорошо, и я вам скажу, ну, на мой взгляд, они подходят к своему делу очень серьезно, ответственно, и даже я вам честно могу признаться, что играют они намного лучше некоторых профессиональных актеров. Это лично мое мнение, я думаю, не только мое. Вот. И каждый раз, когда они выходят на сцену, это просто атмосфера за кулисами, это надо видеть. Ощущение, как будто вот они выходят на сцену Большого театра, нервничают, все так обдумывают, все такие серьезные. Ну и выходят на сцену, видите результат. На этом конкурсе в актеры подались все, от воспитателя до прачки. Они погружаются в роли и играют с большим удовольствием. И все действие проходит на черкесском языке. Такой подход – один из эффективных методов популяризации, развития и сохранения родного языка, считают организаторы. Творческий и семейный тандем королей юмора Артура и Фатимы Кидакоевых и один из самых молодых и талантливых поэтов республики Артур Кинчишаов в качестве жюри оценивали выступления смешных и задорных воспитателей-юмористов. Я, например, чувствовала мандраж. Ну, волнение, конечно, есть, а так мы не раз выступали, поэтому нам нравится участие. Мы всегда настроены позитивно. Мы желаем удачи нашим соперникам, а, естественно, нам победы. И они победили. Театральный коллектив из детского сада «Нур» аула Хабес оказался лучшим в конкурсе и занял первое место. Следом за ними актеры садика «Анюта» из Инджичишхо. А юмористы из дошкольного учреждения «Даханао» из аула Малый Зеленчук стали третьими из 6 номинантов на победу. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес.